привет, дорогие друзья! С вами я, Лиса Квин, и сегодня я представилась благодаря моему новому интро. Я надеюсь, вам понравилось это прошлое видео с моим интро. Ну ладно, не будем задерживаться с этим моим интро. Я лучше буду вам комикс показывать. Начинаем. Итак, комикс-стар «Воспоминания». Озвучила Лиса. Этот диван напоминает мне обо всех дружеских четвергах, что мы провели со Стар. Этот начес напоминает мне о временах, когда мы со Стар устраивали конкурсы по поеданию начес. А этот засорившийся унитаз напоминает мне, как мы со Стар боролись за первенство пользования после соревнований по поеданию начос. Что на этот раз? Я хотела сказать, что у нас закончились мармеладки. Ой, прости, я думала, что которые были любимыми вкусняшками Стар. Как же ты меня достал! Вот, стоп, минуточку. Смотрите на ее руку. Что с ее рукой? У нее что? Это что, у нее пальцы нет? Или это от пальмы? Что с ее? Я не могу. Посмотрите на эту Джеки. Ладно, ладно, ладно. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.